Эй, народ, с вами Ганзи, и сегодня у нас обзор на новый DLC, это Season Pass 2, и мы посмотрим, что он из себя представляет, и что на первых порах он нам дает. А дает он на первых порах это Забу Замамочи, Демон Скрытого Тумана. Мы сегодня заглянем, посмотрим, какие костюмы, маски, там, не знаю, что вообще из себя содержит Season Pass, то есть стоит ли его покупать. Сейчас, ну, я думаю, все-таки стоит, раз там Забу Замамочи, видели, какой он мощный, какие дзюцы у него. Но посмотрим уже детально, то есть, что нам выдадут в этом, с этого персонажа. И то есть, как можно приодеть своего и там украсить его, скиллами усилить. В общем, сейчас все вместе с вами и посмотрим. Погнали. Итак, мы сейчас подходим к Сакуре Учиха. Привет, Сакура. Для начала мы откроем подарочную коробку. Я ничего не открывал еще, я вот купил и начинаю делать запись обзора. Заходим в дополнение. Вот изучение особого ниндзюцу от наставника Забу Замамочи. Демон скрытого тумана. Конечно же. Результат сверхсекретной тренировки. Что нам выдало? Охотник на демонов вы получили. Костюм Забузы для мужчин, костюм Забузы для женщин. Дзюцу Водяная тюрьма и Дзюцу Покров тумана. Окей. Нам нужно пойти, наверное, к Саске сначала, и чтобы он нам выдал за то, что мы брали в наставники Забу Замамочи, чтобы он нам выдал всю награду. Здорово. Выбрать наставника. А чё? А шо? Так, я не понял. А, вот. 3300. НАНИ?! Вы видите это? У меня 3000 из 300. Это как понимать? А где моя награда? Что за... А, вот она! Нихуя себе! Это лак называется, какой-то баг или что, что это? Во, вот так вот, да. Костюм Забузы. Ага. Печать усиления, прическа Забу Замамочи, великий меч. Кстати, классная прическа у него. Великий меч палача, демон. Печать усиления ниндзя. Угу. Это что, в смысле, у него какой-то другой меч? Сейчас посмотрим, сравним. Давайте глянем. Привет, Сакура. Это снова мы. Так, сменить боевое снаряжение. Защита. Сейчас приоденем. Приоденем, так сказать. Так, есть у нас... А он другой, видимо. Давайте посмотрим. Черный меч палача. А он типа похож. А он, в принципе, ничем не отличается. Меч палача, мечников тумана. А это один из великих мечников. Семи мечников ниндзя деревень тумана. Когда ему не попадает кровь, он становится прочнее и острее. А это чем отличается? Вот чем отличие мечей этих? Возьмем вот этот меч и не будем выпендриваться. Разрывная бомба. Костюмы. Самое сейчас интересное. Маска бога смерти, маска Ханза, маска Анбу тумана. Кстати, у меня она есть, я не проглядел. Так, на лицо. Так, заходим сюда. Сейчас. А где маска этого, бля? Не понял. Я не вижу чего-то, или где маска Забузы? А вот костюм Забузы. А, она идет. То есть, если ты одеваешь костюм Забузы, то только тогда у тебя маска одевается. Понятно. То есть, она идет в комплекте с костюмом. Посмотрите, вон она. Давайте тогда сделаем по-другому. Один в поле воин. Что там, боевая готовность. О, это вот класс, конечно. Вот это вот. Да-да-да-да. Это вообще разнос. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, топ вообще. Так, что там, что-то еще тут новое есть.
Лицевая раскраска. О, демон. Во-во-во, посмотрите, это капец. Бля, как это круто, конечно, что здесь можно так вот менять. Вообще, повязка круто сидит вообще. Вот так вот, жаба-отшельник, все. Супер, топ. Цветолос белый у меня будет. Еще и цвет повязки меняется. Ой-ой-ой. Ну, просто замечательно. Так, ну, уже круто выглядит. Ну-ка, можно очки, правда, поменять. Брать их. Че вообще будет? Ох! Так. Ой-ой-ой, это что такое? Че за демон? Не, конечно, очки, да. То все, очки и все одел. Там дальше не надо, чтобы на лице была такая херня. Так, ниндзюцу. Давайте зайдем. 8-3 грамм. Новая техника должна быть. Бешеная от этого. Где она? Охотник на демонов. Во. Ниндзя окутывает себя демонической аурой, а затем наносит стремительный удар снизу вверх. Также это ниндзюцу на некоторое время защищает ниндзя от урона. Неплохо защищает. Охеренный скилл, как бы баф. Классная тема. Конечно же, мы его ставим. Без вопросов. Дюцу водяной тюрьмы, он в замесе в том... не работает так, как надо. Давайте ставим 8-3 грамм. Смена на ладони. И вот эту вот херню для начала. Да, ставим, кстати, вот эту вот тему, и будет нормально. Попробуем демоном этим растащить. Так, и давайте сыграем сейчас, дорогие друзья, великую битву ниндзя. Угу. Сыграем великую битву ниндзя за того персонажа, которого мы сейчас сделали. Итак, мы на турнире великой битвы ниндзя. На самом деле классно, да, что можно совмещать техники в этой игре, в плане своего аватара все запихивать. И ух ты ж, бля, он горит уже огнем красным. Уже не горит. Иди сюда. Ага, сзади. Он не понимает, что у меня очень жесткая техника с этим мечом. Еще восстанавливаю себе способности. Давай, давай, давай. Так, у меня есть, если что, вот это вот. Лови. И вот это вот. Так, он где-то сзади. Он сзади, он... Полетели. И... Давай, 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 давай. Стой, 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 чтобы не закончил еще. Мой. Стой, братан. Оу, щит, ты кто-то убил вместо меня. Акули снаряд! На! Еще одного! Хорошо! Мой! А! Да, ну это бить! Есть! Готов! Итак, дорогие друзья, вот я подошел к концу обзор на DLC, на Season Pass 2, а конкретно на Забузова Мочи, первого персонажа из этого Season Pass, который только вышел. Вы посмотрели его способности, вот посмотрите, какую одежду можно получить, если вы его приобретете, то есть, да, вот костюм идет в маске, то есть маска отдельно не идет, но зато есть демонический окрас, какой-то типа краска на лицо, что-то типа того, раскраска, да, и волосы тоже с таким прикольно, крутым очень на самом деле, с крутой повязкой защитной. Ну, собственно, и все, дорогие друзья. С вами был Ганди. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем в комментарии, какие вы хотите еще увидеть, допустим, обзор или там билд на какого-то персонажа. Мы ждем сейчас следующий билд у нас по очереди после исцеления будет дальняя атака. Все. Всем пока. До новых встреч. Just